Обострение на фоне голодовки. Начальник Невьянской колонии, где заключенные накануне объявили голодный протест, сам пошел по этапу уголовного расследования. Руководителя не только отстранили от должности, но и задержали в качестве подозреваемого по делу о гибели осужденного. Возможно, ему припишут и другую статью о превышении должностных полномочий. Напомню, скандал вокруг Невьянской колонии разгорелся накануне утром, когда 400 заключенных не вышли на завтрак. По словам общественников, которые следят за ситуацией за колючей проволокой, пищу они отказываются принимать до сих пор. По слухам, таким способом осужденные хотят привлечь внимание к гибели одного из сокамерников. Он попал в больницу Невьянска в тяжелом состоянии со следами избиения, где и скончался. У следственных органов появились веские основания подозревать, что к совершению преступления может быть причастен начальник исправительного учреждения. Кроме того, зэки жалуются и на случаи вымогательства денег. Мы встречались с родственниками осужденных, которые находятся в колонии. Нам показывали чеки гуманитарной помощи. Суммы измеряются сотнями тысяч рублей. По уверениям родственников, данные деньги ими направлялись на помощь колонии для того, чтобы осужденные получили определенные приоритеты при условно-досрочном освобождении.